Сегодня мы отправляемся в путешествие по острову, такое местечко, которое называется Эль-Гарачика. Какие горы здесь, класс вообще. И сейчас мы отправляемся на север, в самые красивые живописные места острова. Конечно, там другой совершенно климат, там прохладно, там бывают дожди. Но зато там богатая природа и красивые скалы. Вот такая прекрасная у нас дорога. И мы сейчас пока едем по красивой автописте. Но потом дорога будет горная, совсем непростая. Но мы пройдем ее. Водителям нам ничего не страшно, ворчит, но нам с ним, как говорится, море по колено. Мы тебя переквалифицируем в горного. Вот какое ущелье, смотри, глубочайшее. 15 километров прямо. Мы продолжаем наше движение по автописте. И вот такие картиночки у нас по одной стороне дороги, а по другой стороне, естественно, у нас океан. И вот как тут ущельями изрыта вся земля. Да, все на этом острове рукотворное, все. Здесь столько труда вложено для того, чтобы этот остров стал райским и красивым. А вот сейчас будет у нас тоннельчик. Какие штуки, смотри. Один. Есть вот такие какие-то. Сантьяго эль Тейбе. Маска. Сюда же и маска, конечно. Мы не были еще в ущелье Маска. В этом городке мы уже были, когда ездили на Тейбе. Сколько градусов у нас в борту? Ты посмотри, сколько градусов. 16. Ребята, у нас за бортом 16 градусов. Мы уехали, было сколько у нас? 25? 22. 22? Ой, какая красота. Вот здесь кони. Ну-ка, слушай, если будут кони, остановись, пожалуйста. Вот здесь были. Вон они, кони. Но они где-то там. Ой. Сейчас я посмотрю, нет ли близко где-нибудь коня. Вон там вот находятся кони. Как я люблю лошадочек. Но они сегодня не близко к нам. Мы продолжаем наше движение. Такая у нас живописная дорога. Как красиво мы видим. Какие вы. 9 километров. Нам надо проехать сюда. Вот какой туман ложится на горы. Вот он. Такой туманище. Облака прямо. Мы в облаках. Ой, красота. Кушать не будем. Смотри. Прямо облака. Ложатся сверху. Телефон плохо упал. Сейчас упадет лучше. Вот мы приехали в какое-то канарское место.
такие отделочки вдоль дороги. И вот такие суккулентики растут. Вот такая вот деревушка. Все чисто, аккуратненько. Пальма, естественно. Да, вот такие красивые здесь места. Заросшим мхом камни. Вот здесь вот мы прибыли к месту назначения. Да, вот она совершенно точно. Посмотрите, какая красота. Мы находимся на смотровой площадке Эль Мирадор. Тут во все стороны прекрасный вид. И здесь есть такой указатель, такой рассказ об этом месте. А мы смотрим на Горачка, и он весь перед нами, как на ладони. Действительно уникальное место. Везде такие виды. Можно останавливаться прям везде. Все продумано. Смотри, это кладбище. Вот это испанское кладбище. Посмотрите. Урны в стеночках. И там даже есть портреты. Вот это вход. Да, здесь, конечно, дорога вообще просто. Это какое-то ралли. Вот тут очень... О, как красиво. Не надо этого вот. Надо, надо. Конечно, трудные дороги, но очень красивые места. А вон там вот какой-то вход, какой-то домик. Интересно. Видишь, у них свой частный въезд. А, и дом, он висит над скалой. Просто вообще обалдеть. Как они так делают, эти дома? Въезжают вот здесь, а сам дом, он там висит. Висит на скалу. Сейчас мы его увидим вот оттуда. Вот висячий домик. Одиноко над скалой. Как они не боятся упасть с балкона? Ну это просто у меня голова кружится. Нет, правда. Как...
как это можно жить и висеть над пропастью. Что за удовольствие. Да, вот так вот аккуратненько мы входим в поворотик. Входим в поворотик. Эти граничительные камни хотя бы вот эти. Дорога, конечно, экстримная. Очень такая специфическая. Но обратно мы по ней, конечно же, не поедем. Там есть выезд из Горачика. Есть другая дорога из Горачика, совершенно не это. Горачика – это маленький городок с населением около 5000 человек, расположен на северо-западе острова Тенерифе. История города начинается в 1496 году, когда его основал итальянский купец Кристобаль де Понте. Ой, какой красивый городочек! В последующие столетия генуэзские купцы сделали порт Горачика главным портом острова, а жители самыми богатыми на Тенерифе. Мы находимся в порту Горачика. Да, здесь вот тоже организован сбор крышек. Вот такой прекрасный вид здесь. Горы. Вот по этой дороге мы сейчас спускались. Серпантин полный. А вон там наверху есть смотровая площадка еще одна. Здесь я просто пробегусь немножко. Вот оно море, вот оно Горачика, вот они бурливые волны, вот оно все. Здесь все так бурлит, все так близко, все так красиво. Это можно снимать бесконечно. Вон как люди фотографируются, интересно. Экспромт. Мы находимся в Эль-Калитон, природный бассейн. Но они сегодня закрыты. Нам очень не повезло. И я расстроена не передавать как. Так я мечтала здесь покупаться. А сегодня мы остались без купания в этот жаркий-жаркий день. Процветание закончилось в 1559 году. И потом началась черная полоса в жизни жителей острова. Город последовательно накрывали штормы, чума, наводнения, разрушительные оползни. В заключение произошло извержение вулкана Тревеха в 1706 году. Жители успели эвакуировать, а сам город и порт были погребены под слоем лавы. Город восстанавливали на вулканической подушке. Но золотой век Горачика ушел безвозвратно.
Сейчас это тихий, уютный городок с узкими улочками и спокойной, размеренной жизнью. Зашли в очень приятное кафе, интерьерчик такой необычный. Прямо здесь нам готовят кофе. В этом кафе мы попили чудный кофе. Да, вот это вот интересно. Тоннель с окнами, и тогда не надо освещать. Вы супер придумал же, люди. Тут у нас тоннель за тоннелем. Привычная картина, северная, горки. Океан, крутые берега. Очень красиво. Санта-Крус 57 километров. Мы покинули Горачика и продолжаем наше путешествие вокруг острова Тенерифе. Какие города и места мы еще посетили на острове, смотрите в следующих выпусках. Километр. Бугенвилья. Ой.
забудьте подписаться на канал, поставить лайк и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Спасибо, что путешествуете с нами. До новых встреч!